еще разочек, еще. Дмитрий Юрьевич Яньков, свободный исследователь представления нового всемирного славянского календаря. Боже мой. А что, тут кто-то меня не знает, есть такие люди. Мы вас знаем, мы вас знаем. Так пару слов вы хотели сказать. Ну, я просто думаю, если сегодня ввести это самое, вот то, что предыдущий докладчик говорил, не единую систему мер, а вот эти сажи. Тихо, Оля, Оля. Сажи не вернуть. Мы же все с вами разные. Я себе намерю участок. Скажут там, на участок 10 там сажений намерь себе. Но я намерю себе один, да, а кто поменьше, он себе раз такой клочок намерит. Ну, конечно, обидно будет. Поэтому, конечно, единая система... Да здравствует мировая революция, да, как говорил Владимир Ильич, да? Так что... Вы же коммунист, да, Дмитрий? Да, Ильич? Я комсомолец, не успел в коммунистическую партию. Да вы что? Да, да. Ну, как же это вы... Да. Эту лекцию я читал, здесь просто написано... вот. В июне в Москве в 19... В очередь, чтобы вступить в партию, надо в очередь. Ну почему? Мне, например, предлагали без очереди. Да, в июне прошлого года, значит, давайте... Я вот, кстати, ехал сюда и думал, вот я эту лекцию вообще-то рассказываю. Дмитрий Ильич, немножечко... Мне часа надо полтора. Ну, полтора мы вам не дадим, 20 минут, потому что у нас 20 выступающих. Я подумал, что надо как-то это... Думаю, надо вот в следующий раз записать троих человек на выступление, а потом они откажутся в мою пользу, да, и мне час спокойно докладывать. Либо другой вариант, я думаю. Да мне, кстати, не жалко сейчас время терять, потому что, ну, все равно я два часа рассказываю, а вам надо сейчас это, я сейчас протарабаню. Нет, ну, крайне, хоть за пять минут. Да. По сути, давай. Либо второй момент, я подумал, может, надо записываться, когда мы с вами все сюда записываемся. Ну, записывать кто-то, у меня есть доклады, которые могу за 10 минут или там прочитать, вот так вот. А когда-то надо там, допустим... Давайте по сути. А когда-то надо за час, да, там прочитать. Может быть, стоит записывать, допустим, всех, кто хочет вот на один день, на одну субботу, а остальных, кто там на другую переписаться. Ну, то есть вы предлагаете тех, которые за час... Нет, неважно. Кто-то 5 минут выступает, кто-то час, но кто-то вот первые записались, вы их бац и написали, все, вот эти вот в этот день. А остальные, значит, через, допустим... Через месяц там. И я бы тогда спокойно... А так мне все равно, минуты больше, минуты меньше, тут разницы особо нет. Ладно, но это академический доклад, 20 минут. Ну, да, давайте, значит, с чего начнем? Вот вы далеко, к сожалению, все сидите. Я обычно на этих лекциях... Поближе. Да, садитесь вот прям... Сядьте ближе, вас плохо видно. Да, не то, что вас, а вы ничего не видите. Вы сами ничего не видите. Да. Вот, один, так сказать. Да, все двигайтесь, еще. Да и все. На два шага. Прямо вот сюда. Конечно. А что, ну если там бежать, тема интересная. Не, все нормально. Насколько она глубоко разработана, хотелось бы понять. Да глубже некуда, я вам хочу. Ну так давайте, все равно начнем. Да. Так вот. Какие первоосновы? Я у людей спрашиваю обычно, а как вы себе представляете, вот, например, цифры? Вот я называю там 4. Вот где у вас четверка находится? В реальности. В голове. Вот я прошу вас там 4 плюс 2. Вы откуда четверку берете, откуда двойку? Вот как у вас цифры в голове стоят? Так получилось. Не, ну и все-таки. Уже даже не задумываешься, ассоциативно они возникают. Не, мне только. Нет, на самом деле все мне называют. Что-то вы сейчас как-то молчаливая аудитория. Обычно называют одно и то же. У всех обычно это линейка в голове. От одного и там до скольки-то. Мне один человек только сказал, что говорит: вот ты мне сейчас сказал, там, я ему сказал, там 67. Он говорит: слушай, у меня 67 всплыло, ниоткуда. И говорит, там 24. Я прошу, 67 минус 24. Но у большинства, конечно, это. Линейка просто в голове. Так, это о чем говорит? О том, что восприятие. Значит, давайте вы потом свой доклад будете рассказывать, а сейчас пока не надо меня, пожалуйста, перебивать. И вопрос тоже, если будут в конце. Мы же сами вопрос. Как вы, я уже в следующий перехожу. Как вы дни недели себе представляете? Ну, дни недели как вы представляете? Четверг где у вас находится? В четвертом. Ну как, в тоже линейка или что? У меня вертикальная черта. А суббота, например? Ну, чуть ниже. День календаря. В каком календаре? Как в календаре? А если видит цветовой данный? Или ассоциативный? Обычно все себе представляют, большинство, опять же, что-то вы какая-то интересная, кстати, в этом смысле аудитория. Обычно все себе говорят, как это? Как в школьном дневнике. То есть понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Говорят, а воскресенье у вас где? Вот, у меня, например, в воскресенье, ты с субботы как бы падаешь, да, вот сюда вниз, вот суббота, да,
воскресенье здесь, но когда у тебя воскресенье, то я уже мысленно где-то здесь. Я готов сваливаться в понедельник, вторник, среду. Я вот так себе это представляю. Ну это пока ваше. А вот теперь календарь. Вот как вы себе календарь представляете? Цифры там как-то, ладно, не неделя. А календарь, как вы себе представляете? Календарик. Оп. Календарик. Матрица. Ну, матрица какая, они разные могут быть. Сокин. Нет, это был круг. Вот это уже интересно, да. Смотрите, действительно, календари все, ну, сейчас самые распространенные, да, там, календарь. Все себе их представляют по-разному. И от этого, кстати, ничего хорошего нет, особенно численник. Самый такой дурацкий календарь, который о годе, например, вообще представления не дает. Ты отрываешь каждый день. То есть, у нас с вами вот единого образа календаря нету. Это какое-то что-то такое непонятное. Хотя вот молодой человек, который только что критиковал, немножечко, так сказать, он правильно сказал по поводу круга. Потому что действительно мы как бы с вами знаем, что у нас меняются, да, вот, сезоны по кругу. Что такое календарь само по себе? Что это вообще такое? Вообще, вы задумали? Школа, да. Не-не, давайте пока без этого, просто сама суть. Календарь, это что такое? Средство измерения времени. Школа, да. Интересно. Ну а так, мы же, вот говорят, табель, календарь. Мы по нему отмечаем, да, что-то там по календарю. А он нам о чем должен говорить-то на самом деле? Циклы Земли. Да. Это график чего? Обращение Земли. Да. Ну вот. Вокруг Солнца. Просто это люди забыли уже. Все там тоже говорят, это вот там что-то. Нет, это график, оказывается. Это просто вот мы рисуем график, как Земля крутится вокруг Солнца. Другое дело, что современный календарь нам это не очень показывает. Точнее, вообще не показывает. Это мы в школе проходим, что типа Земля вращается, а календарь это типа совсем другое. Латинское sol, Солнце. По-нашему коло, действительно. И поэтому календарь, помните, этот говорил Задорнов. Коляды, дар. Или там Сундаков, я уж не знаю. Сан, вот еще по-английски там бывает. И мы тут видим переходящие буквы S, C, K, O, U, A, может быть. То есть, вот в слове календарь, вот это вот первые три буквы, то, что говорит коло там, да, это в разных языках как бы игра слов. Ну и вот Задорнов там говорил, или кто-то там, коляды, дар. Коляды, дар. И вы, по-моему, кто-то уже называл это. А вопрос такой, а йен куда девать? Коляды, да, но я Яньков. Я могу сказать, так это мои предки вам подарили, Яньковы. Кола, Яньковы, да. Они там сидели в Черноземье, в Тамбовской области, и вам дарили календари. Ну, конечно, нет. Я по-другому это слово делю. Вот кола мы разобрались, а дальше end. End это конец по-английски. То есть солнечные концы отметки. Календарь нам должен показывать какие-то солнечные отметки. Да? Суть календаря. А еще есть яндава. Что такое яндава, русское слово? Ложбина. А еще что? На крыше. Точно. Я как сам, так сказать, с этим связанный, это знаю. А что-то еще вы знаете, русское яндава? Я сам не знал. Я набрал, оказалось, что яндава это вот это наша, так сказать, братина. Это или братина. Второе название братина это яндава. То есть, как бы круг такой получается. У нас календарь это коло... Яндава, как бы, или, ну, как бы, можно сказать, либо солнечные концы, если end мы берем, либо круг, круг солнечный, календарь, солнечный круг. Ну, а так как ар, арь, ариев, да, солнце, круг, ариев. Ну, это так, игра слов. Обычно это, у меня времени не остается. Поэтому я давайте буду гнать просто, да и все, не буду вас уже спрашивать. Какие календари вы знаете? Вот это что за календарь, кстати? Видно плохо. Я говорю, что плохо, надо ближе садиться. Да вы рассказывайте сразу. Да, да, это тот календарь, по которому мы с вами живем на самом деле. Ну, точнее, это юлианский. Это его, так сказать, предшественник. Вот так он выглядел на самом деле. Молодой человек был прав, календари все-таки круглые. А вот это следующий, это григорианский. Так их не отличишь. Вот это папа Григорий, который к отношению к изменению небольшому календаря вот этих вот Юлиана не имел никакого отношения. А вот это что за календарь? Опять далеко сидите. Да, это вы знаете. Вот это самый дурацкий календарь, лунный календарь дачника. Я как сам дачник никогда в жизни им не пользовался. У меня отличный урожай. Ну, это, значит, календарь, вы знаете, тут животные, да, нарисованы. Это наш вот этот вот обычный календарь. А это я тоже, такая шутка у меня. Отгадайте, где юлианский, где григорианский календарь?
Да, потому что это один и тот же. Я просто хотел этим подчеркнуть, что Григорий, он ничего не менял в календаре. Мы с вами просто по-другому немножечко стали считать високосные годы. Все, сам календарь не изменился. Когда говорят григорианский календарь, это ложь. Как был юлианский, так мы по нему и живем. Мы только по-другому стали считать високосные годы. Так что это не изменение календаря, я хочу сказать. Тут об этих календарях написано. Я на два момента обращу ваше внимание, что григорианский календарь, так сказать, изменения в юлианский, разработал итальянский врач и астроном Алоизи Лилио. Чтобы вы понимали, когда он говорит Григорий, папа, нет, при Григории его ввели, а разработал Алоизи Лилио. В 1576 год он был внедрен. А вот юлианский календарь, главный, так сказать, да, его придумал Сезиген. Сезиген. 45-й год до Рождества Христова. То есть Сезиген, есть Лилио. Вот кто. Они юлианские и григорианские. Это тоже просто на заметку. Тут много подробностей. Больше всего, кстати, календарь меняли в СССР. Поэтому здесь сейчас много об изменениях советского календаря. Просто вам пролистаю. За декрет Совета. А это как раз мы же благодаря большевикам перешли с вами на григорианский. Но они его называли календарь просто по новому стилю мы стали жить. Тоже обращу ваше внимание, как наши... Вот мои бабушки и дедушки там жили в 18 году. Мы же с 18 года вот этот декрет ввели, и мы перешли. Смотрите, февраль начался с 14 числа. То есть мы, вот наши бабушки и дедушки с 31 января 18 года проснулись, и стало 14 февраля. Ну, тоже просто обращаю ваше внимание. Оригинально. Да, потом был такой в 30-е годы календарь, видите, он такой разноцветный, это была пятидневка так называемая. То есть ты смотрел, запоминал свой день, например, желтенький, у тебя желтенький выходной, ты 4 дня работаешь, желтенький отдыхаешь, 4 дня работаешь, отдыхаешь, но людям стало неудобно. Представляете, в одной семье жена с мужем не могут встретиться в один день, если они в разных местах работают. Но это было для обеспечения непрерывности производства. Потом это поменяли, стало шестидневка, не буду вам тоже называть уже годы. Да, шестидневка, вы видели в фильме «Волга-Волга», помните, первый день шестидневки, второй день шестидневки, поменяли. Тут тоже есть интересная такая игра, что при пятидневках у нас получается, сколько там, 74 выходных, а когда на шестидневку, то выходных количество уменьшилось. И еще в СССР, например, меняли, начиналась неделя с воскресенья, такое было. Прямо вот здесь у меня... Так, это где-то еще будет. Вот, воскресенье, видите? Воскресенье, понедельник, вторник. То есть, СССР вообще над календарями работал, я так посмотрел, больше всего. Было даже предложение, сейчас быстренько пробегусь, переименовать месяцы, кроме мая. Январь, месяц Ленина, февраль, Маркса, революции, Свердлова, май, Советской Конституции, жатвы, мира, Коминтерна, Энгельса, Великой Революции, Сталина. Но это предложение не прошло. А почему? Значит, самое лучшее предложение было у такого товарища, Якова Гильбурда. Он предложил модифицировать календарь, чтобы, знаете, вот он был ровненький, чтобы все даты приходились дни недели на одно и то же число, месяцы одинаковые занимали, только нечетные месяцы имели по 31 дню. То есть, знаете, вот как сейчас посчитать, в каком месяце сколько дней? Хрен знает. Надо по костяшкам, кто знает, да, считать. Он предлагал, давайте вот так выровняем, а в декабре там будем високосный год добавлять 31. У него там много предложений, тоже вот... Здесь много написано, можете себе просто пометить календарь Гильбурда и почитать о нем подробно, сейчас не до этого. Яков Гильбурд. У него много предложений, я тут только напишу, что подчеркну, что данный проект официально признан социальным изобретением и внесен в банк идей Фонда социальных изобретений СССР 09.01.89 года. То есть там очень много у него интересного. 89-го? Да, хотя разрабатывал он в 40-е, предложил в 70-е, и только в 89-м внесли в банк идей, да. В 40-х годах он, ну тогда как раз, когда и меняли календари, вот это все было, все на подъеме были. Что, какая у нас система счета? Так, какая система счета у нас сейчас? 10. Почему? А сколько сейчас времени? А какой сейчас месяц, да? Ну на самом деле, действительно, основная десятиричная у нас система. Так, опять... Откуда она идет? От того, сколько пальцев на руке, но мы считаем на двух руках, вот 10 пальцев. Что такое? Есть 12-ричная система, вы ее тоже знаете. Вот. Да, это интересно, откуда, правильно, я согласен с Александром Ивановичем в этом смысле. 16-ричная, вы тоже знаете, да, мы пудами же считаем, это прям вот пуд, как бы.
никуда от этого не денешься. А есть восьмеричная система. Про восьмеричную знаете что-нибудь? Я предлагаю такую проверку. Два варианта восьмеричной. Да. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, нет, а все, второй ладно. Вариант 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Продолжаю. 8, 10, откуда восьмеричная идет? Вот смотрите, десятиричная от 5 пальцев, но на двух руках. А восьмеричная тоже от двух рук. Только видите, у нас как? 4 пальца так, 1-1. Если мы его не считаем, получается 4. Итого восьмеричная. Но, кстати, от нее осталось такой остаток. Берете любое слово вот в этом зале. Вот стол берете, да? Давайте быстренько просклоняем. Один стол. Два стола, множественное число. Три тоже стола. Четыре стола, опять... Смотрите, значит, 4 у нас осталось, как 4, вот эта система, как восьмеричная, можно сказать, да? Мы так и привыкли, 4. А что превышает, мы считаем как бы по-другому. Так, мне надо заканчивать, а я только в половине где-то. Да еще не нажимается тут, сейчас, секунду. Меры русов, уж не буду, тут целковый, полушка, четвертушка, осьмушка. То есть мы как бы все, если берем что-то, то вот пуд... Потом половина пуда, четверть пуда. Мы так вот привыкли с вами делать. Такое деление у нас. Потом, когда я стал свой календарь вот этот вот придумывать, мне нужно было найти центр круга. Но это... Тут несколько способов. Не буду вас мучить. Они здесь вот перечислены. Они напрямую как бы не относятся. Это на лекции интересно долго растягивать, чтобы люди там подумали. Вам уже не буду. А вот как разделить круг на... Сколько-то равных частей. Я обычно пишу не n, а k, потому что по-русски k количество, а нам все время n навязывают. Зачем нам n? Давайте k использовать. Вот как круг разделить на k равных частей? Циркулем балуемся. Не, ну вот так вот, навскидку. Давайте, ладно. Как тоже. Торт режем. Ну, берем, да, как торт. Разделили, у нас две ровных половинки. Дальше, еще разделили. Вот как раз и получилось. Сначала полушка, четвертушка, потом еще осьмушка. Я к чему это говорю? К тому, что круг не делится на 12 частей. Но нельзя круг, если мы уже, вот молодой человек сказал, что год это круг. Если мы его делим на равные, у нас не получается 12, понимаете? Только к этому я, собственно, хотел это сказать. Потом чуть-чуть, немножечко астрономии, я не знаю, может у вас в школе была, может не было. Дело в том, что Земля вращается вокруг Солнца не по кругу, а по вытянутой орбите. Это я к чему хочу сказать, к тому, что у нас с вами, вообще-то говоря, лето на 2 дня длиннее. Я с этим прям впрямую столкнулся, когда этот календарь, собственно, делал. У нас лето на 2 дня длиннее, чем зима. То есть от весеннего равноденствия до осеннего мы как бы летим с вами на 2 дня дольше. Это классно, что у нас именно летний период, а зима как бы меньше на 2 дня. Ну, дальше мне нужно было покритиковать, естественно, так как я свой придумал, да, славянский календарь, то мне нужно покритиковать... У нас иноземные названия месяцев. Подождите, ну вы же свой придумали, а почему славянский? Ну потому что я славянин и славянский. Разнобой в количестве дней в месяцах. Да, я его так позиционирую. То есть, понимаете, у любого изобретения есть автор. Вот можно сказать, это славянская наша одежда. Но кто-то придумал этот узор, оленя вышить вот квадратиками, да, там. Какая-то бабуля сидела, понимаете, а потом передала это. Нет, даже не бабуля сидела. Ну, понятно. Так, значит, разнобой в количестве дней в месяцах. Вот я говорю, что трудно понять. Назови месяц, я не знаю сколько, 30 дней, 31, 28. Календарь не связан с природой. Солнцестояние, равноденствие мы не знаем, когда они там происходят. Мало того, эти равноденствия и солнцестояния, как я говорил, солнечные концы, они гуляют по календарю. То 22 декабря, то 21 там зимнее солнцестояние, вот как в этом году было. Солнцестояние и равноденствие не привязаны к началу месяца. А вообще-то это главное событие. Ну давайте от них плясать. Привяжем к началу месяца и будем всегда, как бы мы будем знать, что в этом месяце у нас нет наглядного представления о годе. Но год это круг. А календари все-таки, вот я говорю, табель календари, вот численники вообще ни о чем не говорят. Ну вот мы с вами, я вам показывал календари, там может быть 3 на 4 у них, там 4 на 3, 2 на 6, 12, по-разному. То есть маленькому ребенку покажешь календарь, вот как он запомнит в детстве, а потом увидит, он даже не скажет, что это тоже календарь. Календарь должен быть единый какой-то, один образ. Неверное деление года на части. Ну и вот славянский календарь. Я нашел славянский календарь, ну, например, вот это, славянский календарь, год кричащего петуха был там, прошлый год.
Ну и что? Ну, назвали год кричащего петуха. Но это тот же, даже не григорианский, а юлианский, то есть сезигеновский календарь. Никаких отличий в так называемых этих календарях нет. Вот опять славянский месяц слов. Ну и что? Ну ты все равно берешь обычный календарь этого сезигена, Юлиана. Ну вот в круг кто-то, в круг нарисовал. Ну все равно ты берешь 12... Приходил человек, как вы его видели наверняка, 12... с красивым календарем. 12 месяцев. Игорь. А кто он? Как фамилия? Я не помню. Вот этот календарь как-то мне отец даже приносил в конце 80-х годов, по-моему. Вы тут ничего не видите, он мелкий. Здесь на самом деле это просто то, что в круг вписали, но это все равно месяцы одни и те же, вот они написаны, все те же 12. Просто в какие дни, какие там что-то такое. В общем, никаких особых изменений нет. Вот я узнал, что, оказывается, мне, когда увидели мою лекцию про календарь, писали, смотри, Рыбников, оказывается, помните, Юрий Степанович Рыбников, вот он умер, нет, умер в прошлом году. Он, значит, оказывается, сделал календарь 9-месячный, но опять 9 месяцев, возвращаясь к кругу, но неразбиваемый круг на 9 частей, хрен разобьешь. Вот я попрошу вас, разбейте мне круг на 9, хрен кто разобьет, не получается 9. Значит, вот еще есть солнечный славянский календарь, вот как бы календарь наших предков. Здесь месяцы 28 дней, значит, сам месяц разбивается на 4 фазы Луны по 7 дней недели и так далее. Так вот, но 28 дней у нас же не хватает, да? Дмитрий Юрьевич, ну давайте, вы уж не томите. Я уже заканчиваю, буквально 3 картинки осталось, это почти предпоследнее. Смотрите, вот здесь, вы не видите, здесь написано, как наши предки выходили, если у вас по 28 дней, да, месяца, значит, здесь написано без времени. Ну, то есть мы жили месяц вообще без всего. А откуда это пошло? Оказывается, это мы слямзили у римлян. У них это было. Ну, здесь про календы, потому что, когда я в самом начале говорю, откуда слово календарь, кто-то говорит календы. Календы – это как раз начало месяца. Первые числа месяца календы у них были, иды, ноны. Не будем опять отвлекаться на это. Вот, просто у них это было, у римлян, вот здесь это написано. Чтобы скомпенсировать недостаток дней в году, был введен дополнительный месяц, 22 или 23 дня, получивший свое название от глагола там «увидать». Право на определение его продолжительности, вот этого безвременья, согласно закону, значит, начиная с 191 года до нашей эры, было полностью предоставлено понтификам. То есть, сколько длится безвременья, определяли понтифики. То есть мы когда-то заимствовали. То есть даже вот этот солнечный славянский календарь, на самом деле, это тоже заимствование у римлян. А теперь давайте покажу вам календарь, к которому я пришел. Значит, какой должен быть календарь? Это должен быть круг, мы с вами выяснили, который должен быть разбит на сколько-то равных частей по месяцам. Но если мы разбиваем 2, 4, потом 8, 16. Вот у нас сейчас 12, значит, надо было либо 8, либо 16. Логика такая. Но 16 как-то многовато и запоминать трудновато. Я взял 8. 8 месяцев. Если мы 360 на 8, получается 45 дней ровно. Поэтому месяц 45. Дальше не имеет смысла, если у меня месяцы по 45 дней, зачем я их буду писать, там, 8 столбиков? Они же у меня все 45. Я просто нарисовал один такой, значит, месяц. Да. Интригует. В результате получился вот такой календарь. Ой, какой красивый. Да, получилось 8 месяцев. Вот четко привязано начало месяца к зимнему солнцестоянию. К равноденствию привязан первое число там, следующего месяца. Здесь летнее, здесь осеннее равноденствие. 45 дней. Ну, красные это выходные. У меня в одном варианте здесь выходные, в другом там вот я... Подождите, а что же вы месяцы отменили, что ли? Нет, вот они месяцы. Новые названия. А, названия, но да. Так как их 8, то я брал, знаете, что-то брал, например, ну, здесь... как же так, 12 месяцев в году. Ну, подожди, Александр, дай послушать, ну, чуть-чуть. Я брал, вот, опять видно, вот смотрите, четко 2 месяца зимы, да? Студень, лютень. Ну, до солнцестояния студень, ну, потом лютень, потом поворотень на лето, да? Поворотень, здесь у нас равноденствие. Потом травень, трава начинается. Потом начинается первый выпас скота, это наш русский праздник Пасха. Пасха, его переделали в Пасху, которая ничем не привязана, ну, кроме религии. На самом деле у меня отдельная лекция есть, можете поискать в интернете, прям Пасха называется. Потом, значит, четко 2 месяца лета, Спас. Ну, это наши спасы, которые тоже не имеют отношения к религии, это просто, ну, как бы спасение. Вот созрели яблоки, все, спаслись, дожили. Мед начали, яблочный ореховый, спас, медовый, да, 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 все три спаса. Ну, так как
Да, видите, два дня я вот эти вел. Почему? Потому что я вам говорил, что лето у нас на два дня дольше. Дмитрий Юрьевич, а что вас вдохновило? Почему, в чем вас? А я, знаете, что подумал? Что вообще люди талантливые, они приходят к тому, что надо новый календарь сделать. Да, я получил у него свидетельство. 12 мая прошлого года этот календарь зарегистрирован. Я вот его даже привез сюда и хотел к клубу, но в лице Александра Ивановича, подарить этот календарь, вот так. Вы что? Выглядит. Да. Давайте, дарите, спасибо. Это не все, потому что... А где зарегистрировано? Что это? А он, кстати, еще на холодильник. Ну, это прям свидетельство, называется. Это на холодильник клеится? Да, он напечатан на этом самом. У меня их магнитный, да? Есть несколько штук, можете их приобретать, так сказать. В Бенгюте есть? Это можно на холодильник. Помогать. А, кстати, мышка как будет? Нормально? Не знаю. Значит, каждому предлагаются два указателя. Один для месяцев, соответственно. Вот они внизу тут и нарисованы. Значит, солнышко как бы полное. Его лепишь на месяц, чтобы не терять месяц. А вот это дырявое. Солнце, это как бы циферка, да? Это передвигать по числу. Почему я его сделал магнитный? Что когда ты его лепишь на холодильник, ты вот этими... Вот они у меня, эти солнышки. Ты двигаешь каждый день. А солнышко? И вот солнышки выдаю, да. Сейчас я еще файлик. Ну, я закончил, я не буду времени и ни у кого отнимать. Вообще, ты подъехал, вы уже отняли. Давайте я потом, да. Это, как потом? Да, собственно, у меня все. На этом. А сколько календарик стоит? Так чего, вопросы есть? А ну, один. Вот у них. Юлианский, да, мне говорят, главное, смотрите, мне также говорят, а что, Яниковский? Я говорю, ребят, подождите, вы говорите юлианский от слова юлиан. Хотя это неправильно, черт говорю, сезигеновский или гайский. Ну, потому что он же Гай, Юлий, Цезарь. Почему вы его не гайский называете? А мне говорите, Яниковский. Ну тогда же Дмитриевский называете. Кстати, вот здесь моя подпись. Д-Ень, старинная славянская. То есть это как бы авторская подпись на календаре. Там она сразу, может, незаметно давит. Д-Ень. Да, Дмитрий Яньков и того день получается. Да, пожалуйста. Ну, у меня вопрос простой. А вы не открыли, вы, условно говоря, не изобрели ли вы велосипед, потому что есть кельтский календарь, друидский, там тоже 8 месяцев, там Белтейн, там Самхейн и так далее. То есть там идет вот по этому кругу. Там разница только в том, что там то 50 дней, то 40, а не 45. Да, видите, вы сами разницу называете. Месяцев, да. Вы сами называете разницу. Вот Рыбников, да, тоже от этого исходил, что там он говорил, что календарь, вот мы же типа 40 дней там должен быть, что-то он от этого исходил. Да, да, там. Но у него так 40 и не получилось в этих 9, потому что там 4 на 9 там у него как-то не сходилось, он там добавлял один день, начал добавлять. Нет, ну вы сами разницу сказали. У меня четко 45. Кстати говоря, откуда у меня еще-то 5 дней берется? Ну, смотрите, у меня 45, да, это получается 360 дней. Да, конечно. На 8. Самые внимательные должны были этот вопрос задать, а не то, что вы сейчас задали. А еще 5 дней. Изначально я хотел сделать как бы раз, два, три все дни солнцестояния равноденствия самостоятельными днями, то есть вне календаря. То есть вот этот день, это не первая там травня, а это день осеннего равноденствия. Это летнего солнцестояния, это осеннего и так далее. Но для... Да, для високосного года мы этот день не делаем самостоятельно, но потом пришел к выводу, что у меня не получается. Вот смотрите, тоже последнее, что хочу сказать. В этом году у нас расстояние от вот этого дня до вот этого 89 дней. Представляете, как мы летаем вокруг Солнца? Не 90, я даже с астрономами списывался из Крымской обсерватории. Они говорят, да, 89. Ну там буквально несколько часов, но все равно. То есть я даже месяц не могу полноценно вместить, мне придется как бы урезать этот вот месяц. Поэтому я сделал вот этот два дня, вот этот два дня празднуется, и вот этот один. Вот здесь у меня 5 дней. Понимаете, теперь оказались. Спасибо. Вот эти недостающие. Все. Да. Спасибо.